Очевиднейших правила, но я вынужден их озвучить, потому что есть горе-водители, которые до сих пор их путают. Если на перекрестке стоит регулировщик, то он здесь главный, он важнее и главнее как светофора, так и знаков. Дальше по старшинству это светофор. И вот если уже он не работает, либо работает в желтом режиме, тогда нужно руководствоваться знаками приоритета, либо правилами проезда нерегулируемых перекрестков.